Мы с Анной Лепихиной обсуждаем, почему нам так нравится наблюдать за чужими конфликтами и вообще за чужой жизнью, не только в Инстаграме и в телепроектах, а вообще подглядывать, ждать, когда там будут развиваться события, как в кино практически, правда? Ну да, знаешь, когда-то давным-давно мы жили в племенах. В пещерах? В пещерах. В общинах. В общинах, потом в общинах, потом в деревнях. Это все еще оттуда. Это все еще оттуда. И обучение каким-то поведенческим навыкам, это было только путем наблюдения. Ну, то есть, каким образом ты узнаешь, как себя нужно вести? Ты наблюдаешь за жизнью других людей. Это одна была такая потребность важная человека, почему он наблюдал за другими. Вторая важная потребность... А те другие, которые еще ни за кем не наблюдали, они откуда знают, как надо себя вести? Ну, слушай, обезьянки вот так же делают. Обезьянка видит, обезьянка повторяет. И повторяет, да. Обезьянка да. повторяет. Так что, знаешь, мы можем далеко туда уйти, но давай все-таки от людей будем отталкиваться. Ну вот, и вторая потребность очень важна. Почему сплетни, например, именно распространены? Узнать что-то тайное, тайную жизнь других людей. Потому что тогда ты можешь лучше сориентироваться в социальной структуре, в иерархии. Ты получаешь некую власть, ты получаешь больше информации и больше влияния. А влияние информации, она в социальных структурах всегда, ну, очень-очень много значила. И сейчас владеет информацией, владеет миром. Владеет миром, да. Это еще с детства началось. Помните, когда Вася плюс Оля равно любовь? Ого, что я знаю. Понятно. Да, все такое. Поэтому вот эта потребность узнавать про жизнь других и интересоваться этим, она заложена у нас эволюционно, почитать там, антропологов. Это, ну. То есть в этом нет никакого коварства, это что типа, все у вас плохо, хочу еще побольше узнать, как у вас там все плохо. Как у вас там все плохо. Ты знаешь, в этом коварстве есть вот эволюционная обусловленность, а есть еще и твои потребности, которые ты реализуешь посредством вот этого канала. Ну, то есть, кто-то наблюдает за другими для того, чтобы поучиться, кто-то для того, чтобы возвыситься, кто-то для того, чтобы, наоборот, унизиться, посмотреть, у них это все хорошо, у меня вот так-то все плохо. Поэтому, если наблюдение за другими людьми у вас вызывает какие-то эмоции сильные или занимает очень много времени, то стоит туда погрузиться, посмотреть, за кем конкретно вы наблюдаете. То, скорее всего, там это будет определенный пакет людей, то есть это... Либо какие-нибудь адские, там, оказывается, сейчас там всякие бомжи-блоги, они очень популярны, то, что когда готовилась, узнала, что там мальчик, например, выкладывал видео со своим пьяным отцом, и там, ну, очень тяжелые условия жизни, и моментально стал таким популярным, что эти блоги показывали там по телевидению, вот эти вот ролики. У нас люди зачастую не любят, когда у тебя все хорошо. Ну, как говорят, все счастливы одинаково, а несчастны по-разному. По-разному. Ну, либо наоборот. Вот, если ты смотришь исключительно на таких лощеных, прилизанных людей, у которых идеальная семья, там идеальная, все, много-много денег, и постоянно купаешься вот в этой зависти и в жалости к себе, то, ну, тоже вопрос, какие потребности таким образом реализуешь. Зачем тебе нужно чувствовать себя униженным, но при этом не предпринимать какие-то активные действия? Ну, наверное, для того, чтобы стремиться к лучшему, потому что если как... Нужно сравнивать себя с кем-то, кто лучше тебя, да, чтобы стремиться к чему-то. А нет? Зачем сравнивать? У тебя есть своя жизнь, у них своя. Я согласна с Сашей. Можно сравнить себя с собой прошлым, видеть свое видение себя будущего. Но если тебе хочется для мотивации сравнивать себя с кем-то лучшим, вопрос, по каким критериям ты отбираешь лучшее. Ты можешь подписаться на блоги, например, каких-нибудь там суперинтеллектуалов, да, которые будут тебя обогащать, или каких-то духовных лидеров. Или это могут быть там супер-супер красотки. И ты выяснишь, в какую сторону тебя больше влечет, что такое для тебя лучше. Но когда ты все-таки зависим от негатива чужой жизни, как ты говорила, там люди, которые 10 лет смотрят «Дом 2» и не могут отучиться от этого, почему это считается болезнью? Считается ли, раз мы уже нашли этому историческое объяснение, нужно ли переставать смотреть «Дом 2» или не нужно? Ну, знаешь, я думаю, что если что-то в жизни дискомфорт доставляет, стоит с этим разбираться, попробовать какое-то другое поведение. Если ты смотришь «Дом 2» постоянно, там тратишь на это много времени жизни, а тебя не удовлетворяет то, что в твоей жизни происходит, наверное, время строить любовь, как-то там отношения либо в своей семье, либо просто ее создавать.
У меня был знакомый парень, мы с ним учились вместе, умнейший бизнесмен, который говорит, да, я смотрю «Дом-2», я учусь там отношениям, и делал это очень долго. Но отношений при этом никаких не заводил. Вот у него в чистом виде это была компенсация. Теоретик. Да, у него была компенсация. Идти куда-то заводить отношения было страшно, а там вроде как он себя поувереннее чувствовал вполне. А если мы посмотрим по другую сторону экрана, не на тех, кто наблюдает, а тех, кто готов, чтобы за ним наблюдали? За ним наблюдали. Участники проектов, блогеры и так далее. И так далее. Ну, ты знаешь, вот тоже мы вернемся далеко-далеко назад, в те времена, когда все жили общинами, и вспомним про то, что мы существа социальные, и при принятии, то есть вот эта потребность быть принятым, быть одобряемым социумом, одна из мощнейших для человека, потому что если тебя твоя община, твое племя отвергало, ты просто погибал. То есть люди, мы же какие, у нас коготочки маленькие, зубки не остренькие, мы в животном мире в одиночку не выживаем, люди выживали только социумом. И поэтому мы очень зависимы от одобрения. И вот это изобретение лайков, там, смс-ок, то есть каких-то... Самое страшное же наказание было изгнание. Да, ну оно приравнивалось все к смерти. Да. Поэтому, понимаешь, это безусловный стимул для нашей системы гормональной, подкрепляющей. Если тебя много-много людей одобряют, все, ты в безопасности, ты хороший. И даже сейчас представьте, например, организует сбор там на свое собственное лечение какой-нибудь известный актер, там даже участник того же «Дома-2», и совершенно никому неизвестный человек там для своего ребенка. У кого больше шансов будет быстро собрать деньги, у кого больше шансов получить помощь, у кого больше шансов избежать наказания за какое-то там деяние, ну, незаконное. То есть популярность, она дает свои очень весомые бонусы. И люди, они бывают склонны платить за это. Для кого-то, вот есть люди очень рациональные, для них это шоу, они очень четко дозируют, что я буду показывать, что не буду показывать, каким образом, для какого результата. И тогда это, скорее всего, урона жизни не наносит. Когда стоит задуматься, это когда, например, на то, чтобы сделать какие-то снимки для Инстаграма, там, или для социальных сетей, и на отслеживание, как на них отреагировали люди, ты тратишь больше времени, чем на проживание собственного события. То есть, не знаю, там, на встрече с подругами ты больше там, пытаешься сделать селфи с ними или там, сфотографировать еду, нежели наслаждаешься общением. Если у тебя очень-очень много каких-то фолловеров, очень много друзей виртуальных, но очень мало встреч реальных, это тоже знак, что уже пошел там перекос больше в зависимость. Ну и не будем забывать про то, что есть просто люди нездоровые, которые, ну, на самом деле, которые была бы показана помощь медицинская, но вот у нас нету такого этического стопора, что пришлось смеяться над убогими. И вот даже блоги психически больных людей, которые там, себя снимают. Руки-базуки. Да, они набирают очень много просмотров, люди над ними смеются и так далее. То есть это тоже подпитывает их нездоровье. В общем, мы разбираемся для себя, наблюдатели мы или участники, или мы дозируем все в приличных масштабах. Я думаю, мы и наблюдатели, и участники в той или иной мере. Просто нужно быть самим собой, да? Да. И стараться, ну, как-то быть лучше себя. Я думаю, что самое главное — быть в осознанности. Мы уже заканчиваем. Да. Ну и мы не в джунглях, если что, там в одиночку не умрем, да? Мы не в одиночку. Я призываю всех быть в осознанности, определять свои потребности, которые движут вами, чтобы наблюдать или показывать себя, и реализовывать их в реальном мире. Все. Спасибо. Аня Лепихина, наш психолог. Всем спасибо.